Первым делом в афганский казан я помещаю две почищенные и помытые свиные рульки. Также помещаю две почищенные морковки, один острый перчик и две луковицы. Добавляю столовую ложку черного молотого перца и 1,5 столовой ложки соли. И в конце заливаю 1,5 литра темного пива. Закрываю плотно казан крышкой и устанавливаю на мангал. После закипания готовить мясо буду на протяжении 1,5 часов. За 20 минут до приготовления начинаю подготавливать овощи. Так как это блюдо получается достаточно жирное, к нему подойдет отлично свежий огурчик, помидор и редиска. Все овощи нарезаю произвольно крупными кусочками, ну а потом сверху посыпаю солью, черным молотым перцем и сбрызгиваю растительным маслом. Я взял растительное масло с запахом. Ну а на гарнир я приготовил отварной картофель, посыпал сверху укропом и выдавил 2 зубчика чеснока. Ну а тем временем рульки полностью приготовились и казан можно снимать с мангала. Ну а после того, как стравилось давление, я открываю крышку и достаю мясо. В таком казане рулькам хватает и 1,5 часа, чтобы полностью развариться и чтобы кости отделялись от мяса самостоятельно. А если вы хотите, чтобы мясо было более плотное, то варите примерно 50 минут. Ну что, друзья, сегодня мы приготовили очень вкусную свиную рульку в пиве. Мясо получилось очень нежное, сочное и максимально вкусное. А во время приготовления аромат стоял такой, что покрыл всю мою фазенду и привлек соседей. Так что, друзья, готовьте с удовольствием на своем мангале, и у вас все обязательно получится. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Это очень вкусно!